Всем привет, вы на канале Гараж 28. Очень краткое видео сегодня. В ремонте сварочный инвертор ARC205B. Производитель Сварок. Обычно неисправность не включается, не варит и табло не работает. Ролик решил сделать, потому что на YouTube практически нет информации по ремонту этих сварочников. Итак, при включении в сеть включается вентилятор, больше ничего не происходит. Проверяли после конденсаторных батарей выход по стоянке. На плату приходит плюс-минус 310 вольт. По контрольным точкам, контрольные точки вот здесь, 310 вольт здесь проверяется. Дальше по схеме смотрели, здесь у нас... На микросхеме УЦ3845 нету напряжения питания. По схеме питания с плюс 310 два резистора последовательно стоят 100 килоомные. И методом исключения нашли, что один из них у нас не исправен. Еще дополнительная информация. Сварочник был в ремонте. Здесь видно уже вот это все красное место. Это после ремонта все было повторно пролачено. Вот этот резистор менялся, стоит большей мощности. Он исправен. А следующий резистор, который второй шел 100 килоомный. Дай его, кстати. Да, он стоит. Родной, я так понимаю, угу. Он надевал. Так, вот выпаянный резистор. Визуально он целый, но он не звонится. То есть он неисправный. Хозяин сейчас сгонял в магазин, купил сразу два резистора по 100 килоом. Их перепаиваем и проверяем. Так, резистор заменили, сварочник работает. Реакция появилась. Табло работает, на регулировке реагирует. Проверять сам процесс сварки, само собой, не будем. В принципе, на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Вертикальная съемка. Еще один.